около игры, просто здорово. Ну, начали с центра, был Бояринов. Воропаев еще левее на Руденко. Руденко у самой бровки делает движение в штрафной площади. Пас на Немель. Немель возвращает мяч. Руденко падает. Можно играть. Поднимает левую руку вверх. Пантелеев. Подача. Хороший удар головой. Рикошет 1-0 в пользу Спартака 2. Гапонов отличился. А именно он. Удар головой. Мяч попадает в защитника. Рикошет. И Илья Гапонов, автор первого забитого мяча. Макарчук у мяча, решил пробить, рикошет 1-1, вот так. Два рикошета, два гола, ровно на 10-й минуте счет становится равным 1-1. Причем как-то непонятно, вратарь там перекладывался. Вот под штрафную, передача, вратарь в падении просто дотягивается. Защитника, пас вперед Полубояринов, катнул Руденко. Руденко в офсайде оказался. И контратака в исполнении футболистов Факела и нарушение правил. Но арбитр показал желтую и штрафную дату. Пошла подача, крученая. Пантелеев. Удар! Вот это очень неприятный удар. Вот на этом закончился первый тайм. Ничья после первого тайма. Вышел Салтмурат Бакаев. Передача вперед на Немеле. Немеле уронил защитника, входит в штрафную площадь и бьет поворотом, попадает в створ, но при этом попадает во вратаря. Салтмурат сделал движение вправо. Какая подача! Немеле перекладина! Да, еще момент у Немели. Два подряд. На мяче Бакаева снова. Можно бить, даже хорош. Хорош, Салтмурат. Бакаев. Хорошо, Салтмурат сыграл сейчас. И приблизился к штрафной. Полубояринов вернул ему мяч. Бакаев левой ногой. Хорош. Хорош, Салтмурат, ворота только не попал, но разыграно было здорово. Пантелеев разыграли с Бакаевым. Пяткой прекрасно, Пантелеев ближний! Ух, рядом все было. Полубояринов, пасует на Бакаева. Салтмурат пошел в штрафную, левой ногой снова пытался пробить Полубояринов. Да, можно бить, да! Высокая подача. Удар поворотом спасает сейчас Ермаков. Руденко. Подача. Удар через себя Тюнина. Чуть-чуть не получилось у Коли. Подача. Ох, набегал там Тюнин. Пробить не удалось и Руденко. Мяч остается в штрафной площади. Рука. Игра рукой, но судья сразу стал показывать, что не было. Немелев штрафной. Очень здорово на Руденко. Тот покатил. И Мамин! Мамин вносит просто мяч в ворота. Это на исходе третьей добавленной минуты. Спартак 2 забивает второй гол. Нет, не точный пас, но все равно финальный свисток с победой болельщиков Спартака 2. В этой встрече, ну что, 2-1.